А здесь, друзья, поставил для сравнения пикап апокалипсиса со своим ГАЗ 66-тысячным турадонтом для сравнения. Ну, можете представить, вот размеры ГАЗ Тигра и размеры ГАЗ 66-го. Как бы вдвоем в связке они очень красиво смотрятся. Реально очень красиво было бы поставить их на диораму. Но, к сожалению, я пока диорамами не занимаюсь. Вот такие получились у меня два красавца. Смотрятся, конечно, они очень внушительно. А теперь начнем рассказывать про ГАЗ Тигр. Приветствую вас, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Вот отснял финал по своему ГАЗ Тигру, пикап апокалипсиса. Все ждал погоду получше, но в связи с зимой у нас солнце бывает очень редко. Ну, будем снимать как есть. Хотелось снять при дневном освещении, не при лампах, чтобы было больше, ну, более насыщенные цвета и более лучше видно натуральный цвет самого тигра, самой машины. В принципе, результатом я доволен. Машина получилась. Хороший, необычный вид. Сильно загрязнять не стал ее. Ну, немного припылил. Немного загрязнил колеса. Поставил пулеметы Браунинги. Также русское вооружение, АГС. И курсовой пулемет. Как бы легенда машины такова. Передвигается она по территории. Как бы Белоруссия, Польша. Поэтому у нее такое вооружение. Как бы на польской территории раздобыли пулеметы Браунинги, поставили. Здесь вот как бы советское вооружение. Не знаю, пишите комментарии, как вам понравилось, как что. В конце видео будет фото. Там будет больше видно, лучше видно, надеюсь, чем на видео. Ну, как бы автомобилем я доволен. Когда начну делать диорамы, конечно же, может быть, придумаю под него какую-нибудь интересную подставочку. Вот. И он будет выглядеть уже более интересно. Конечно, было бы интересно каких-нибудь расписать сталкеров для этого автомобиля. Все-таки мир постапокалипсиса. Конечно, тематика очень интересная, увлекательная. Здесь включается полностью ваше воображение. Как вы видите, что вы хотите, вы можете это все воплотить в жизнь. Как бы красил автомобиль красками Tamiya. Маленькие фары противотуманки поставил от фирмы Эльф, и большие фары тоже использовал фирмы Эльф. Вот. Оружие использовал от набора Dragon, и что было в комплекте от ГАЗ Тигра. Ну, также пластик использовал
фирмы Пластмастер. Хороший пластик, мне очень понравился в работе. Ничем не хуже Томиевского. Хорошо режется, хорошо клеится. Пигменты использовал ZIP в запылении. Пишите комментарии, понравилось, не понравилось. Мне нравится даже тем, что такая машина на данный момент будет в сети и на форумах в единичном экземпляре. Так как ГАЗ Тигров я еще в пикапе не видел ни у кого. Как бы нравится делать единичные варианты, потому я, наверное, и перешел на постапокалипсисную тематику, потому что как бы не так, как у всех. Ну, спасибо, друзья, за просмотры. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Ставьте лайки, пишите комментарии. С радостью всем отвечаю. Задавайте вопросы, тоже отвечу сразу. Спасибо, друзья. Всех благ вам и вашим близким.